Как-то мы неправильно едем. Просто, просто дерево они там поставили. Нормально я заехал. Нормально заехал, да? Как надо, прям, как учили. День добрый, дамы и господа, с вами, как всегда, Левкин. Сегодня мы попробуем достать и выбить те пушки, которые на данный момент доступны в игре, в ящиках или рулетках. Помимо этого, попробуем забрать золотой костюм. Сегодня в катках мы играем с тиммейтом, поэтому после просмотра, пожалуйста, отпишись в комментариях, понравилось тебе или нет. И еще одна новость заключается в том, что от нашего магазина UC мы решили провести прокачку аккаунта подписчику на 40 тысяч UC. Все, что нужно сделать для участия, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если ты еще почему-то не подписан, и подписаться на наш магазин UC, ссылочка на который в описании. Ничего сложного, итоги подведем через 2 недели и, конечно же, запишем по этому поводу видос. Желаю удачи и, конечно же, приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали. А еще многие писали, что соскучились по Монтику. Вот он, жив-здоров, с ним все в порядке. Итак, у нас есть 24 тысячи UC. Кучу всего сегодня нужно открыть и попытаться выбить. Начнем, пожалуй, с малого. Да, переходим, и нам нужно забрать это мачете. Я думаю, что это мачете. Надеюсь, что она нам выпадет. Давай попробуем за десяточку. Еще за десяточку. А где? Ладно, там дропнулся материал. Это уже хорошо. Так, есть костюм. Ну, костюм, это понятно. Давай гарант, посмотрим. Эй, тризубец. Окей. Едем дальше. Переходим снова в мастерскую. У нас здесь не открытая ДПшка, которую тоже надо бы нам... Какой-то жетон. Ничего себе. Окей, красочка. Давай за 30 UC повторим. Лады. Отсюда нужна ДПшка. И вот если выпадет этот мотоцикл, будет, конечно же, забавно. Ну давай, в первую очередь, само собой, ДПха. Так, еще 540. Окей, кусок материала. Еще 540. Лады. Так, ну ДПшка выпала, уже хорошо. Блин, с мотоциклом, конечно, получилось неловко. И... Опять нельзя нажать. Опять нельзя нажать. Нельзя отсюда выйти. Как? Давай еще 540 тогда. Ну и... Ну давай еще разочек. Блин, все никак нет этого мотоцикла. Блин, надо перезаходить, сорян. Так, мы вернулись. Наша следующая цель это, конечно же, гроза. Ну и здесь тоже прикольный мотик. Пушки отсюда не нужны, потому что они все у нас уже имеются. Правильно? Правильно. Не хватает только грозы. Хорошо. Блин, ну я не знаю. Так-то... Мотик было бы забрать, конечно же, прикольно. Что-то какой-то костюм. Окей. Окей. Что это за костюм? Довольно-таки странно. Так, ну, мотик нам вряд ли дропнется. Давай до гаранта крутнем, посмотрим. Итак, еще. И еще один раз, да? Да, действительно. А что в гарантах у нас? А в гарантах у нас пушки. И краска. Лады, лады. Так, что бы еще такого нам пооткрывать здесь? Пухи у нас есть. Да, отсюда доставать ничего не нужно. Что-то мифик не загружен. Интересно. Так, мумии тоже у нас все есть. Что еще можно здесь такого покрутить? О! Так, можем банить предметы? Давай то, что у нас есть, наверное, забаним. Давай ради интереса попробуем.
Желтый костюм прикольный. Я недавно как раз таки говорил про него, что было бы неплохо забрать отсюда именно желтый костюм зомби-мода, зомби-режима. Но, возможно, это будет у нас когда? Зомби-режим вернется, скорее всего, в октябре. Ну, я, по крайней мере, думаю, что он вернется. Что? Вы мне пол маски дали? А целую нельзя? Я понял. Так, чтобы еще такого покрутить-то здесь? Вроде бы ничего интересного уже и нет. Можно попробовать достать золотой костюм. Я не знаю, очень странное сегодня открытие, потому что, ну, каких-то, понимаешь, каких-то прям вещей, которые мне хочется достать, их просто нет. Давай скипаем, где-то здесь у нас должен быть пропуск анимации. Хорошо. Давай еще, поехали. Так, все, у нас падают различные обвесы на М-ку. Может быть, даже упадет шестерка. Было бы неплохо. Но пока я вижу только одни монеты. Что за бред? Так, ну что, крутнем на 200, наверное, да? 173. Ну. Материальчик, троечка. Троечка, это хорошо. Ну что, давай тогда забираем монетки. 340 и 490. А костюм стоит у нас 750. Нам, наверное, даже не хватит, знаешь. Давай докрутим, попробуем. Так, голограф упал, хорошо. 530, 540, еще материал. Каска. Блин, можно было Mythic Forge покрутить, по идее. А, она и вообще есть, нет? Я не в курсе. Так, и все, заканчиваются деньги, а монет у нас 590. По-прежнему. Интересно, интересно. Так, давай посмотрим, что выпало по наградам. Я имею в виду, конечно же, обвесы. Так, есть голограф плюс компенс. Неплохо. Магазины нам не упали. Так, выпали ручки. Все, кроме одной. И, ну, конечно же, ложа еще, да? Окей. Я бы все-таки покрутил, наверное, еще эту рулетку. Так, ну что, я закинул еще 8000, не знаю, хватит ли нам этого. Опачки. Сюда. Мне почему-то кажется, что не хватит. Еще и Калим. И еще и Магаз. Хотя это все за 540. Так-то. Какой-то байт, знаешь. Так, Молик, хорошо. Кстати, Молик, по-моему, с киллчатом, если я не ошибаюсь. Так у меня же был такой костюм, разве нет? Ладно. Монет сколько? 740. А нам нужно 750. Совсем чуть-чуть остается. Всего лишь 10 монет. Окей. Одной не хватает. Да что? Найс. Идем забираем костюм. Сюда. И... Что еще? Боже, выбор звезды. Какой звезды? Кто это? Ну ладно, это... Если кто не в курсе, вдруг. Я живу в Турции, это турецкий регион, поэтому... Ну, здесь как бы свои какие-то ивенты. Да. Что ж, все, что нам остается сделать... Подожди. Все, что нам остается... Здесь ведь еще... Еще одну рулетку добавили, боже. Чу... Это что? Это что? Акулье высочество? Ладно, давай попробуем крутнуть. А у нас, кстати, есть 93. Так, давай крутнем, 540. Одну без скипа. Глянем, как оно здесь. Как же я давно не видел такие рулетки. Слушай. Я даже соскучился по ним. Так. Сколько стоит костюм? Блин, ну костюм нужен с головой, понимаешь? Просто так его, наверное, доставать нет никакого смысла. Так, еще за 10 можно. Ну, естественно.
классика нам дропнется, да? Так, еще два прокрута. Отсюда ничего. И... Лазурный палач с головой. Хорошо. Давай на него посмотрим. Так, ну нас больше всего... Ладно, прошу прощения. У меня как обычно, пардон. Так, и конечно же, золотой костюм. Блин, ну вот этот кайфовый уже. Вот этот прям классный. Очень меня радует, что на М-ку выпало достаточно много обвесов. Самое главное, что есть компенс, есть Калим. Нет, конечно же, шестерки, к сожалению. Можно будет докупить, не проблема. Если вдруг захочется, если будем играть с этой М-кой. Ну и нет приклада. Но это тоже не особо страшно. 300, ну 1800 все выйдет. А можно, по идее, вообще глянуть в рулетке, сколько оно здесь стоит на обмен. Хотя у нас опять-таки нет, нет монет. Как этот? Нет монет, как сервис для оплаты чаевых. А, всего 80? Так это еще дешевле получается. 80 это вообще фигня. А эти за 30. Лады. Таким вот получилось открытие. Погнали в игру. I need a weapon. Меня бесит этот подбор здесь. Понял. Не хватило. А, в общем, башня есть точно. Лол. Прибегает на башню один. Ниже. Он уже на ней. Летит, чувак. Я боже, не вижу ничего. Там лоу. А тот, который летел? Что с ним? Он на кемпе, по-моему, приземлился. Который впереди. Так, я на всякий случай, наверное, башню прокину. Где ты? А я не понял, он там есть или нет в итоге. Вот он. Так, я сейф. Боже, позорище просто.
Почему я с берилла начал по нему стрелять? Сейчас исправлюсь. У меня просто у меня на берилле глушитель и ЛЦУ. Ладно, это я просто оправдываюсь. Эй, подбери меня. Так что, поехали? Ну все, куда-то поехали. Как-то мы неправильно едем. Не находишь? Кто сказал? А кто сказал, что это неправильно? Окей. Вот это, возможно, было неправильно. Ну да, маленечко есть. Ну, типа. Не то, чтобы прям на 100%, да, неправильно. Ну да. Просто дерево они там поставили. Так, где еще могут быть? Ну, ты вообще на Казахстане вызвали, но что-то так лень туда ехать. Да, вообще, да. Тогда по классике получается, рестолка, общаги. Угу. Так, на общагах есть что-то? Угу. Рестолка, общаг, да, есть. Он на рестолку. ФКшник вообще какой-то. Да, он, видимо, прилетел. И отлетел. Я думаю, на общаге можем поедать, уже по отработанной залететь. Ну, кстати, да, будет интересно. Давай попробуем. Получится? Да-да-да, там есть и там дроп на ней. Почти, да. Отработаем. Боже, куда я улетел, блядь? Я случайно не только положил. Я хотел вверх подняться. Боже, что сегодня такое? Так, где там какая-то снайпа была, да? Да, Эвик. Кайф. Да, еще и МГшка, ты что молчишь вообще? Думал, вдруг ты не заметишь, что ты ее укрыл. Понял. Кто-то выстрелил, мне показалось. Значит, я не Шейдик. Из глушителя кто? Да, школа. Вообще-то, по-моему, гора была. Гора, да. Вот он. Да-да-да. Что? Видишь? За деревом. Нет, не видел. Я в другую сторону смотрел, просто на починках увидел мотоцикл, припаркованный под папичем. 185. Угу. Вот он сидит. Найс. Я хочу машину взорвать. У меня не получается. Были. Да, починки папич. Вот. О-о-о-о-о. Ого. А чё так быстро? Есть дамаг по нему? Сгорел? Кушать.
я лайфхаки из ТикТока смотрю просто. Там еще. Ага, все. Садитесь. То есть на папиче нет никого, получается. Я так подозреваю, что это они. У меня есть, кстати, машинка. Поехали. Где? А, БРДМ не уехал, кстати. Он первого владельца убили. Я думал, просто может быть кто-то еще там оставался, но видимо нет. Просто на месте стоит. Справа дроп и слева гол. Ну там тачка какая-то припаркована. Вот. Да, уезжает багаж. Это еще что? Это было неожиданно. Лол. Ну, сказать, что я испугался, я вообще ничего не скажу. Так, я бы на дропе стопнул сзади. Мне надо бы это обновиться немножко. Нам тоже будет кого-то лупнуть. Блин, 46 патров на авик. Лол. Давай справа еще чекнем дроп. Ну, давай зигзаг, говорит, ускорелка сломалась. Ушел, да, кого-то? На плюсейке, походу. Хоп, не сел. Чели? Да-да, полицейка. Этот под камнем сидит. Он? Че, в наглую залетаем? Ползает внизу. Справа это... Да, справа где-то есть, но... Watch out! Нет, это не он, кстати. А, это мой. Лол, больно. Как будто бы пушит. О, плохо бы отлетело. Я не очень понял. Но кто понял, тот понял. А я не понял. Он там типа поднимал. Ты никого не нокал? Но этот уполз, походу. А, да, тот с горки уполз. Он, походу, нокнул одного здесь. И все. На этом история заканчивается. Тоже сходить подлутать, наверное, просто. Поменяем? Он? Ок, получилось. Я понял. Ну у него звук прикольнее. Чего? Поворачивай ее. Найс, минус 3. У меня нет патров. Да. Тебе помогут. Хорошо. Ты что, тачка едет? Да, вижу, перезаряжаюсь, перезаряжаюсь. Сколько их там? Два. Я подпушу. Здесь.
за тачкой должен быть. Савиков жбан. Не надо, пожалуйста. А, все, у вас тип. Так я про что говорю? Попробуйте пропишем. Не-не-не, это будет очень обидно. Я не хочу. Можно не надо. Увидел его, да? Mm-hmm. А, теперь услышал. Uh-huh. Он синий? Он был? Да. Послушаем. Mm-hmm. Все? О, вон, да, вон. Ладно. Я не понял, на что он рассчитывалось, если честно. Ну, только окей. Микрофон включает, и ты его бам. Но он ничего не сказал. Так, типа, сорян. Что, по дефолту двушка? Или ты ближе? Ну, давай на двушку. Я не попал в окно. Давай наверх сразу. Да, вот такой вкусненький лежит прям. Сюда я прям не вижу никого. Кто тут сидит в одном шаге? Здесь был тип один. Я нокал, и там снизу один подбегал. Ну, со всех сторон накидает решил. Меня подходит под его. Я еще нечем хилить. На спине кто-то идет. А если дальше? Ну, факел бы быстро закончить. Ой-ой-ой. Я не подцелю. Я вообще без хила, без всего. Вообще ничего не было. Банан бы не кидали. Ну что, бинтик хотя бы не надо взять. Я вижу аптеку чуть повыше, наверное. Тебе подходит? Да. Найс, хорош. Глянь, ну там кто-то еще внизу были, типа, и вот под нами прям. Вот.
Вот где-то там бегали. Аккуратно. Понял. Откидывался. А, вижу, двойка подъехала вот там. Marked a location. Она зачем до сих пор с ними там сидит? Чуть повыше. А вот здесь через верх, наверное, сначала его заберем. Он стоит. Разберем сначала. Что-то душно здесь прям было. Как это? Люди закончились. Вздохнуть смог. Да-да-да. Хиллбайтит там, походу. Да-да, стопудово байтит. Правый дом. Где-то слева снизу стреляли вроде, да? Ага. На броне кнули, но просто. Стреляли прям внизу где-то. Если честно. Ты так и задумал, да? Ну да. Просто, как я сказал, что внизу ты захотел вниз. Да. Ты вот здесь зря не чекаешь, вот эту горку на ней кто-нибудь тусит периодически. Там за этим забором. Опа! Мне кажется, он очень сильно хотел, чтобы он на сковородку посидел. Не-не-не. Почувствовал просто его, понимаешь? Представляю, как ему обидно. Он сидел, выжидал, пока все уедут. Просто в моменте прям к нему разворачивается. Без инфы. Дропчанский, видишь, да? Надо бы броню обновить. Да, делай. Ну ладно. Хоть почекать, есть тут кто-то или нет. Он прямо-то можно было попробовать так. Да, да, да. Поздняк уже как будто. Уже не так эффектно. А, он в воде. А, мы же плаваем, да, на этой штуке. А, слушаем, золото. Понял? Меня сдули. Выкручивают через лево. Слева один подходит. Вот.
А, понял. На острове, что ли? Я тебе патрон пока скинул, ДБС. Да. А вот он сидит ко мне. И под нами вот тут. Хая. А. У нас машина взорвалась. Каким образом? Не знаю. Стрельбу слышишь, да? Угу. На дропе видео. Но нам как будто надо сначала забрать тех, кто по дропу стреляет. Это горочка, походу. Угу. А, два дропа-то, ё-моё. Справа видишь, ещё просто один есть. Я подумал, ты на тот собрался ехать. Не-не. Вот он бежит. Ну что, бежит? Еще один ниже. Уезжает. Угу. Он был близок. У него почти получилось, да. Так, а что на дропе-то за стрельба была? Ну, вот они. Ну, это понятно, но тип не умер, кстати. Гриб, да? Да, гриб первый этаж. На заборе уже где-то. Давай. Да, давай посмотрим. Он с той стороны. Marked a location. На мост, по-моему. Не-не, он уезжал от моста. За мост с той стороны. Mm-hmm. Интересно. Пострелял и свалил куда подальше. Какую-то в левую сторону, наоборот, уезжал. Вот он. Mm-hmm. Тачка с той стороны. Здесь. Ну, вижу. А, мы пока остальных ищем. Вряд ли там 4 типа будут. А, лодка. Да. Лол. Думаешь, это он был? Ну, там как будто бы вариантов не так много. Ну да. Этот чел на разминке в моей ламбе сидел. Я его запомнил. Опа! Сюда. Пацаны спалились. Зря вообще. Еще и за зоной. А, походу нет. У нас просто минута до зоны. Вернее, даже не минута, а уже всю зону. Да, вижу его. Угу.
чем сидит? Я перестал слечь. Ману копил. Так уверен. Тачка слева. По дороге. Я ног. Делай. Найс. Что? ДБС не контрится. Нормально я заехал. Нормально заехал, да? Как надо прямо, как учили. О, ты куда-то можешь ехать? Да нет, все. Что ж, таким вот получился ролик, и я надеюсь, что он тебе понравился. Не забывай про конкурс на прокачку аккаунта на 40 тысяч UC. Все условия ты знаешь, я лишь повторю их. Это лайк, конечно же, подписка на канал и подписка на наш магазин Юдзи. На этом на сегодня все, я с тобой прощаюсь, встретимся на просторах PUBG, а также в следующем ролике. Всем удачи и пока!